Всем привет! Вы на канале Фордмаг, и сегодня в этом выпуске реакции у нас... Звездные войны. Два слова, которые заставляют нас сказать лишь одно предложение. Возможно, не всех, но большинство. Shut up and take my money. Вот и дождались, ребята. Первый ролик по 9-му эпизоду. Не знаю, стоит ли это назвать тизером, трейлером... Какая разница, один хрен, все равно информации будет с гулькин нос. Если честно, я очень ждал данный ролик, особенно после 8-й части, которая мне... Вроде бы и понравилось, а вроде бы и разочаровало. То есть, реально, основная линия с Люком и Рей мне действительно очень зашла, серьезно. Это было просто охренительно снято, реально, история мне очень зацепила. Но есть один вопросик. Зачем было так сильно затягивать промежуточную линию с Роуз и Финном? Зачем? Ладно, забудем об этом и давайте наконец-таки приступим к просмотру. Я надеюсь, что это будет очень классно, серьезно. Я очень сильно ждал данный ролик. Меня прям уж переполняют ностальгические и фанатские эмоции. Все-таки, блин, я с детства фанат Звездных войн, и я очень ждал хоть что-то новое по новому эпизоду. И да, мне уже спойлерили, что там появится один персонаж, возвращение которого я вообще не ожидал. Большое спасибо, интернет. Ну что ж, поехали! Да прибудет с нами сила. 3, 2, 1, погнали! Ну да, это уже классика BB-8, который скрывает за собой рейтинг. Кто-то бежит. Драматично бежит. Дайте угадаю, это Рей... Мы передали тебе все знания. О, она восстановила меч. Ты обрела мудрость тысячи поколений. Класс, я думал, она сделает новый, но тоже круто. Но это твоя личная битва. Хм, чей этот голос? Блин, реально интригуется, реально интригует. Кайла? Стоп, это были вроде перчатки Кайла. Йоу! Блин, красивый кадр. Holy shit. Что это за маленький дроид такой был? Лэнда! Лэнда вернулся! Ковнись, мать твою! Вау. И мы всегда Лея. Будем с тобой. Блин. Никто не уходит бесследно. Да, это реально Палпатин. Rise of the Skywalker. Обалдеть. Это было забористое дерьмо. Ну что ж, ребята. Черт, просто эмоции переполняют меня с такой силой, что я, наверное, просто взорвусь чертям собачьим. Это было охренительно, серьезно. Трейлер меня прям зацепил сильно. Я реально, я сейчас прямо сейчас его даже пересмотрю, серьезно. Вот закончу съемку и сразу еще раз пересмотрю. Это было охренительно. Как обычно, с визуальной точки зрения все смотрится охренительно, серьезно, что-что. Но в Звездных войнах всегда сильной стороной был визуал. И здесь он просто... Топчик. Блин, столько всего хочется обсудить, но больше всего я рад возвращению Лэнда. Серьезно, его возвращение я ждал еще 7 и 8 эпизодов. Блин, как же я рад возвращению этого старого сукина сына. Может, прозвучало грубо, но как же я его ждал. В общем и целом, ставлю этому тизеру огромный респект и космический лайк, реально. Это было офигительно, вот прямо сейчас после съемки пересмотрю его. Блин, столько всего хочется подметить, столько деталей, столько всяких разнообразных вещей, блин. Умеет Disney чертяги завлечь, реально, любым тизером, любым трейлером на любой свой фильм. Ну, практически на любой. С нетерпением жду 9-й эпизод, очень надеюсь, что он действительно выйдет годным, все-таки после этого эпизода больше не будет фильмов в ближайшие пару лет. И
Господи, я надеюсь, что это будет потрясающее завершение, что будет просто невероятно много эмоций, что фанаты будут рады, и что не будет того срача, как в предыдущих фильмах. Я очень на это надеюсь. Давайте, Дисней, сделайте. Хотя бы в этот раз. А на этом, думаю, все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Обязательно рекомендуйте видео для следующих выпусков. Всем удачи и всем пока!